Здравствуйте! Сегодня я хотела бы с вами поговорить о гражданской журналистике и что это такое. Посмотрите на эти 5 вопросов и постарайтесь на них ответить. Так, ребят, что такое гражданская журналистика? Ну, может быть, это разновидность журналистики. А может, это то, чем занимаются обычные граждане? Хорошо. Кто может заниматься гражданской журналистикой? Как вы думаете? Ну, я думаю, гражданская журналистика, наверное, может быть, занимаются преподаватели или люди с каким-то специальным образованием. Ну, или, наверное, обычные журналисты. Хорошо. Как вы думаете, есть ли у нас люди, которые занимаются гражданской журналистикой в нашем городе? Ну, скорее всего, это обычные журналисты. А может быть, также те люди, которые проходят курсы, или начинающие журналисты. Хорошо. Как вы думаете, что пишут в гражданской журналистике? Ну, наверное, какие-то проблемы, которые связаны с гражданами. Да, с обществом именно. Хорошо. Хотели бы вы сами заниматься гражданской журналистикой? Да. Нет, я бы больше хотела заниматься политической журналистикой, чем гражданской. Тем более, я же еще точно не знаю, что это. Здравствуйте, у нас идет опрос, что такое гражданская журналистика? Не знаю, не могу ответить. А вообще, как вы думаете, кто может заниматься гражданской журналистикой? Ну, может ли простой человек заниматься гражданской журналистикой? Нет, просто чиновники только. Нет, не знаешь, да? Хорошо, а вообще ты представление имеешь? Как ты думаешь, ну что это такое? Нет? Ну, волонтеры, наверное, какие-то. Хорошо. Как вы думаете, может ли любой человек, простой, обычный, писать гражданскую журналистику, темы различные? Ну, я так не считаю. Ты так не считаешь? Да, я так не считаю. Хорошо, а вот вообще вы где-нибудь слышали про гражданскую журналистику, сталкивались ли с этим, что-то вам попадалось, может быть? Ну, в интернете очень много пишут. Я как возраст у меня, активно пользуюсь интернетом и на Фейсбуке, и на Одноклассниках. Меня очень интересуют комментарии к таким темам международным. Все, много такое лишнего пишут, что ни в одни ворота. И оскорбляют друг друга, и все, я считаю, это неприемлемо. Нужно все-таки этику соблюдать и держаться, как быть патриотом своей страны. Ну, как бы имеет чуть-чуть понятие об этом. Как вы думаете, что это вообще? Я не знаю, как словами объяснить. О, хорошо. Как вы думаете, это похоже с чем-то с обычной журналистикой? Ну, наверное, чуть-чуть вообще есть. Что-то. Вот вы говорите, имеете представление. А как вы думаете, что пишут в гражданской журналистике? В целом, не знаю, о гражданской что-нибудь о гражданском. Знаете ли вы, что такое гражданская журналистика? Нет, вообще не имеете представления. А как вы думаете, она похожа с обычной журналистикой? Наверное. Еще тогда один вопрос. Как вы думаете, что пишут в гражданской журналистике? А проблема граждан, наверное. Гражданская? Наверное. Граждане – это же народ, население. Какой-то опрос, информация. Хорошо, а как вы думаете, гражданская журналистика похожа с обычной журналистикой? Я не вижу разницы, я просто далека от этого. Хорошо, и последний вопрос. Как вы думаете, что пишут в гражданской журналистике? Ну, также о населении, о проблемах человечества, людей, простых, наверное. В общих чертах. Итак, ребят, привет. Вы прошли тренинг по гражданской журналистике, прошла неделя, вы должны были собрать свой материал, написать статьи. А теперь у меня есть к вам вопросы. Итак, что такое гражданская журналистика?
Начнем с того, что обычная журналистика — это та профессия, которая приносит информацию в массы. Гражданской журналистикой может заниматься любой человек, любой гражданин посредством интернета и современных технологий. Кто может заниматься гражданской журналистикой? Гражданской журналистикой может заниматься любой человек, не имеющий образования журналиста. Главное — иметь желание заниматься журналистикой и делать все довольно грамотно. Какие проблемы затрагивает гражданская журналистика? Гражданская журналистика затрагивает проблемы общества и города, в котором живут люди. А что дал вам тренинг вообще вот по гражданской журналистике? Мы узнали, что такое гражданская журналистика, кто ей занимается, какие проблемы она изучает. Также научились писать статьи, получили опыт. Будете ли вы, ребят, заниматься сами гражданской журналистикой в дальнейшем? Да, у нас есть желание заниматься, это очень интересно и полезно для всего общества. А у тебя есть какая-нибудь идея уже написать статью по проблеме? Я хочу написать про проблемы нашего нынешнего города. Будем развивать наши проблемы социальные, чтобы люди знали, что и как. Хорошо. Ребят, вот смотрите, стоит ли нам развивать гражданскую журналистику в нашем городе? Как вы думаете? Все-таки я думаю, да, стоит, потому что много проблем у нас есть в городе, которые не затронуло официальные СМИ. Все-таки это нужно, я считаю. Да, чтобы скорее устранить эти проблемы. И город стал намного лучше. Или чтобы обратить внимание на какие-то проблемы, которые не затрагивают никого, кроме, например, обычных граждан. Конечно, гражданская журналистика — это очень интересно, и пускай люди поймут, как это интересно быть журналистом. Конечно, несомненно, нужно, потому что, тем более, в этом большой плюс, то, что не обязательно профессиональные журналисты могут этим заниматься. Это так интересно и разносторонне развивающе для всех.